Перу тема номер один – оползни, которые вследствие проливных дождей сошли сразу на несколько населенных пунктов. Мощные потоки воды вперемешку с почвой и разнообразным мусором застали перуанцев врасплох. И как обычно бывает в таких случаях, наиболее впечатляющие кадры – не профессиональные, а любительские. Видеоблогеры, возможно, с риском для жизни фиксировали на свои камеры то, как селевые массы заливают улицы и первые этажи построек и сносят все на своем пути. Под ударом оказались сотни человек, десятки погибли и пострадали, хотя случались и чудесные спасения. Например, в одной из деревень из-под груды обломков и грязи, к удивлению зевак, смогла выбраться девушка, перепуганная до смерти, но главное, живая.